Здравствуйте! Сегодня рассмотрим с вами следующую жизненную ситуацию. Приходит пациентка на прием, говорит о том, что несколько лет назад она была у гинеколога, ей назначалось лечение, и потом у нее возникали похожие симптомы, она использовала те же препараты, эффект был незначительный или его вообще не было. Вопрос следующий: можно ли так делать и насколько это эффективно? Давайте разбираться. Я Сухач Анастасия, врач-акушер-гинеколог, сегодня вам отвечу на этот вопрос. Скажу сразу, что так делать нельзя, потому что, используя то же самое лечение, мы не можем быть уверены, что у вас та же самая причина возникновения заболевания, даже если это были такие же жалобы, потому что жалобы могут быть одинаковые, но причина возникновения данной патологии может быть абсолютно разной, отсюда будет другое лечение. А используя те же самые препараты, например, при инфекционных патологиях или воспалительных процессах, мы вызываем резистентность бактерий к этим препаратам, и они просто становятся неэффективны, бактерии к ним привыкают. И когда вы уже обращаетесь на прием к доктору, во-первых, вы должны рассказать о том, что вы использовали, как длительно и какими курсами, а во-вторых, доктор должен назначить вам уже более сильные препараты для того, чтобы был эффект от лечения. Поэтому лучше обратиться к доктору для того, чтобы установить причину возникновения ваших жалоб и назначить правильное лечение. Надеюсь, что это было для вас полезно. Спасибо большое за ваше внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мою страничку.